И хором, и с танцем, и с песней народной в регионе стартовал областной смотр народных самодеятельных коллективов и студий. Перед музыкантами стоит задача подтвердить статус и звание ансамблей. Так, в детской школе искусств имени Милия Балакирева, что в Заволжье Ульяновска, свои творческие отчеты на суд строгого компетентного жюри представили сразу 4 коллектива с историей творческих успехов, насчитывающих в общей сложности несколько десятков лет. Хоровые коллективы «Звуки музыки» из ДШИ номер 8 и «Камертон» из ДШИ номер 2. Ансамбль народной песни «Наигрыш» и вокальная студия «Акцент» школы искусств имени Балакирева. За годы работы они воспитали и привили любовь к народным традициям и русским песням более сотни учеников. Отчетные выступления коллектива отработали на все 100%. Звание народных подтвердили все ансамбли.